Привет всем. Надеюсь, что у вас все хорошо. Я здесь, чтобы донести свое сообщение об этом, так называемом Вите, кусок говна. Поскольку Chantrach Tours является бесплатной игрой, Chantrach Tours стала платной игрой. Чтобы выиграть в эту мусорную игру, игроки как Вите потратили несколько тысяч долларов на эту игру, чтобы стать профессионалом. Это было так легко для них. Все, что Вите может делать. Это использовать рулетку и зарабатывать 300 плюс СП. Потом, у него есть очень сильные пушки и надбавки, чтобы уничтожить других бедных игроков и говорит, что он играет против читеров. Против читеров, ржу не могаю. Люди начинают использовать читы, потому что из этих ебаной пизды как Вите. Вы все знаете, что он никогда не делает видосы на хардкоре. Я сомневаюсь, что он не играет в хардкор, потому что он бессилен в хардкоре без всех его СП. Он просто тупой пидорас с крутым оружием. Возможно, что он сдавал нескольких банок для невинных игроков из-за того, что они ругались с ним. Разработчики Chantrach Tours работают с любого богатого человека, как этот долбоеб Вите. Так что вы можете видеть, что Chantrach Tours больше нечестная, хорошая, приятная и живая игра. Chantrach Tours уже был мертв в течение многих лет. По крайней мере. В других играх вы можете выиграть против богатых игроков, если у вас есть навыка, но Chantrach Tours отличается. В Chantrach Tours, дураки как Вите управляют игру. Вите, он пидорас хуесос говно пидор, я ебал его мать в жопу, сын говно ебанага заболи хуесос и буча, я ебал твою мать кирп и чами, блять, голову избивал, сука, пошел нахуй нахуй из чата, говно ебучий дерьмо кусок. Ах ты, сука, ебаный говный кусок, пидорас, говно, сука, жопа.